Привет, друзья, с вами Кэрдекс, и сегодня мы продолжаем играть в Seven Days to Die. И, собственно, в прошлой серии я умудрился сдохнуть от медвежонка. Я даже не хочу его искать, чтобы ему мстить, но, тем не менее, я на него как бы зло затаил. Так, тут мы установили еще одну кривую. Ну, я думаю, это нам не помешает, это решеточка кривая. Мы сюда провалиться не можем, слава богу. Да, вот, сейчас попытаемся еще разок. Нет, провалиться мы не можем, здесь тоже провалиться мы не можем. Замечательно, сейчас у нас ночь, 2 часа ночи, и я, наверное, сейчас чем-то позанимаюсь по дому. Может, повыбиваю эти блоки лишние, может, еще что-то поделаю. Ну, а так, нам все так же нужны болты. Болты, болтов у нас всего лишь 5. У нас, конечно, дубина крутая, спору нет, мы ее навалять можем, дай бог, люлей. Но как ни крути. И нужно не забывать, что сейчас у нас уже 12-й день. А это значит, что через несколько дней придет о великая могучая орда, которая, естественно, будет иметь огромное желание надавать нам люлей. Так, здесь у нас что по айрону? 365 всего лишь. Да и айрон подобываю, побегаю, наверное, сегодня. В общем, у нас в целом сегодня будет добывание ресурсов. Это, конечно, все будет за кадром, вы это видеть не будете. Вы будете видеть основные вещи, которые будут происходить. Вот, тут мы даже Стил сделал, ничего себе, когда я успел? Вот я молодец. Вот я молодец, еще мне немножечко подсказали по поводу сбора оружия. Только опять же таки я не до конца. А, я походу до конца теперь понял. В общем, суть в чем, как я это понял. То, что, чтобы собрать оружие, нам изначально нужен рецепт. То есть, если у нас имеется рецепт, допустим, вот к примеру, это у нас ну, в общем, рецепт любого огнестрельного оружия. Я, правда, они, походу, в печи должны показываться, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Нет, здесь у нас только... Ну, пофиг, в общем, сам факт. Если у нас есть рецепт определенного огнестрельного оружия, то, найдя само оружие, вот, к примеру, пистолет. Я не знаю, пистолет, да, пистолет мы можем делать. И, видите, мы можем заменять определенные части пистолета. Давайте проверим. Это у нас какой? Это у нас самый обычный пистолет. АК-47... Пистолетный вот баррел у нас есть. Починить мы его не можем. Рокет лаунчер, не то, не то. Шотган, шотган, пистол ресивер. Вот, давайте проверим, можем ли мы заменить этот самый ресивер. У нас здесь стоит пистол ресивер 315, мы ставим 400 какой-то, 462, меняется сам уровень. Так, 339, 376, да, поднялся уровень. Но больше меня интересует, меняется ли дэмэдж. Дэмэдж 13. Шпунь. Дэмэдж 2. Да, дэмэдж меняется. Супер, 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 супер. Супер, супер, супер гуд. Ну, с этой системой мы уже частично разобрались. Это хорошо. Давайте пока ресивер закинем сюда. Пистолет в ручке. Сколько у нас там всего? У нас 0 из 48. Отлично. У нас куча патронов. Мы замечательно себя чувствуем. Так что пока я, наверное, повыдалблю эти блоки. И, собственно, дождемся уже утра и пойдем добывать мега нужные полезные вещицы. Так, ребятки, собственно, начался у нас день. Точнее, сейчас у нас утрица. Я забыл про то, что у меня 90 с чем-то перьев было уже найдено, поэтому сейчас болты я клепаю параллельно. Тогда пойдем мы сейчас в разведку. Сначала мы разведаем, что у нас непосредственно в самом банке есть. Так, у нас здесь кто-то журчал, стоял. Прям под этим. Weaponsmithing мы подняли, отлично. Теперь мы мега... Ой, еще и левел получили. Вот это nice. Вот это я понимаю. А, с этим квестом мы не справились. Окей, я понял. Не ту вкладочку открыл. Так, что-то мы хотели развить, но я уже не помню что. Что-то связанное с сталью. Стилс... Нет, это мы уже развили. А, да, мы сможем стальные инструменты уже делать. Тогда нам при любых нужно побольше... побольше, конечно же, непосредственно самого металла, чтобы... В смысле? Кто-то пол долбил тут или что? Так, кто-то у нас тут в здании есть? Здрасте. О, есть кто-то. Вот эти трубочки поубирать, конечно, надо. Мы за них ходить нормально не можем. Где остатки? Черепушек... Кукуся, сейчас проверим, мне советовали стрелять из арбалета без прицеливания. Да, знаете. Очень нелогично, но тем не менее. Без прицеливания мы стреляем чуть ли не сразу в харю. Чуть ли не туда, куда... Ой, я уже в стекла бьюсь. Да, решеточка наша выглядит, по-моему, круто. Ну вот это я обязательно уберу, честно, честно, обещаю. Я это уберу, потому что это ужасно выглядит. Так, этот мусор нам тоже здесь не надо. Так, думаем, как нам пробраться в... Тут мы снимаем по 35. Так, киркой поскольку мы будем снимать?
по 60 где-то. Ну, чуть меньше, чем 60. Так мы ее быстренько выбьем. Так, хорошо, а топориком, к примеру? Топорик по сколько будет долбить? 70 по 10. Нет, топорик здесь вообще не вариант, поэтому долбим киркой. Так, ребятки, я очень-очень сильно не прогадал. И мы смогли зайти в ячейку, при этом только не долбясь с этой дверью, у которой 8000, и не долбясь с этими бетонными или цементными блоками, у которых по 6000. Так, ячейки. Лок-то, а чем мне их открыть? Нет, ну разбивать их, наверное, не стоит, мне кажется. Или стоит? Ладно, давайте одну разобьем, чисто проверим. Так, совсем чуть-чуть осталось, и... шпунь. Да, нам их все-таки придется разбивать. Так, кусок пистолетика, кстати. 385-й повыше, наверное, чем у нас. Pistol Barrel нам, ну, вообще не нужен. Такой хреновый, что ли. Но это мы заберем, так и быть. Блин, это все это добро выдалбывать? Блин, это долго. Но мне говорили одну очень полезную информацию. О том, что все эти... ну, все предметы в целом мире, которые мы будем находить, они прежде всего обновляются. Спустя какой-то определенный период они все обновляются. Поэтому эти ячейки нам могут давать очень некислый лут. Так, очередная готова. Здесь что у нас? Hunting Rifle Parts. Ну, не густо. Ладно, продолжаем. Так, с еще одну ломанули. Здесь у нас воспламеняющиеся, собственно, болты, по-моему, да? А, нет, стрелы. Ну, давайте изучим. Еще это крепко почухал и подумал, что зачем мы устраиваем сами себе жопоболь, так сказать. Давайте просто поднимемся, у нас ресурсов вроде достаточно, сделаем себе просто-напросто стальную кирку, которую, я уверен, мы будем быстрее выдалбывать то, что нам нужно. Так, сейчас мы глянем, у нас там переплавленное железо есть, где у нас Forged Steel есть один, дерево у нас с собой есть. Так, надо привыкать двери за собой закрывать, а то я что-то как этот, как лифтер. Я что, открыл? Молодец, закройся. Так, подходим к нашей печуне. Печуня, что нам нужно для Forged Steel? По 10. Раз, два, три, четыре. Шкварь. 20 секунд. Ха! Вообще изи. Вообще что-то. Так, дерево нужно 5 и нужно Forged Steel. У нас один Forged Steel. Окей, давайте тогда пока перекинем наши драгоценные ошметки оружия. Так, это сюда. Кстати, я не помню, корзинка у нас есть или нет. По-моему, я ее перенес. По-моему. Так, Pistol Parts, мы ее починить можем? Required Materials, окей. Но я не знаю даже... А, Repair Kit нужен для того, чтобы починить. Не-не-не-не-не, тогда не надо. Тогда не надо. Repair Kit, по-моему, очень много ресурсов тратит. Так, вырубаем. Так, это дело готово. Скрафтить кирочку. Сколько она будет? 50 секунд крафтить. Ну ладно, пока я это и подолблю. Так и быть, так и быть. Сегодня у нас будет мега-взлом банка. Ну и, конечно, надо будет еще немножко времени потратить на то, что... Так, эти обновились? А, в этих ничего не было. Машина обновилась, к примеру? Нет, еще не обновилась. Нужно это учитывать. Нужно это учитывать. То, что лут обновляется. Так, здесь вообще давайте еще порыскаем. Кто здесь? Псы, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Какого черта псы забыли здесь? Какого хрена вы здесь забыли, мать вашу? Че это было вообще? Давайте внутрь заходите. Ну, врывайтесь. Я еще слышу, кто-то бежит. Ну, что за хрень? Кстати, да, ребятки, я еще, как видите, можете заметить, я изменил температурный показатель. Он теперь показывает нам в Цельсии. Теперь нам более понятно, что с нашим организмом происходит. Так, где вы там долбитесь? Он там дверь бьет, ну. Твою ж мать. А как я их по-другому-то выцеплю, а? Ну давайте, идите сюда. Не вижу ни одного. Что-то деревянное они разбили. Песичи. Песичи. Че они бегают, как люди? Шаги, как у людей, ну. Попал. Попал. Да ну что ты, как машина тебя заносит, ну.
Давайте, еще разок выбегайте. Ну давайте, мрази. Ну, надо сделать... Да-да-да, я понял. Надо будет, наверное, вокруг дома сделать из этих решеток такой, как парапетик. Чтобы, если что, мы могли на парапетик встать и отстреливать этих мразей. Где второй твой друган? Они, в принципе, не особо сильные. Если мне память не изменяет, нам же уже псы приходили. И они были не особо сильными в том плане, что буквально пару выстрелов в голову. Или вообще даже один выстрел. Не попал. Так, мне главное не упасть, а то будет не смешно. Ну иди сюда, ну куда ты бежишь? А, мать твою. Я бы уже даже пистолет взял, на самом деле. Где там бегаешь? Иди ко мне. Минус, тварь. Второй где? Я ж надеюсь, их только две было. Так, сейчас попробуем аккуратненько слезть. Ой, ладно, давайте берем пистолет и, как говорится, с Иисусью помощью сейчас наваляем. Да, свидули. Да, что-то я сильно пересыкал. Я думал, это будет пострашнее. Так, давай. Кожица. Кожица твоя, конечно же, пригодится. И твоя, дружок, не пропадет. Так, плоть вашу хренову мы выкинем, она бесполезна нам. И кирочка, кирочка готова. Кирочка, нет, не вместо арбалета. Вместо голимой кирочки. Так, я ее хоть не выкинул? Не, вроде. Вроде норм. Так, сейчас посмотрим, что у нас по... Сколько мы сейчас будем наносить? Гуп. Ого. По 140 где-то. Вот это я понимаю. Вот это дело. Да, теперь это, конечно, гораздо быстрее процесс. Так, Hunting Rifle Parts. Блин, обидно, что Hunting Rifle. Hunting, простите. Так, и пистол ресивер хреновый. Ну, ладно, окей. Так, сразу три вскрыл. Давайте смотреть, что у нас здесь. Шотган Part 560. Это хорошо. Hunting Rifle, бумага. Ну, бумага, такое себе дело. Здесь у нас что? СМГ. СМГ у нас уже был. Так, пистолетик 138. Ну, пусть будет. Пусть будет 138 пистолетик. И бумага. Серьезно, в целой этой бумага несчастная. О, так, нам осталось всего лишь 5 открыть. И будет нам счастье. Так, я решил сразу все 5 открыть, чтобы вас, собственно, не мучать. Поэтому давайте смотреть, что мы здесь получим. Так, Hunting Rifle Part, окей. Бумага, окей. Так, Leather Boots. По-моему, мы его уже знаем. По-моему, мы его уже знаем. Так, здесь еще шотган. Некислый такой кусочек. И шотган парт. Ну, теперь будем молиться и надеяться, чтобы это все добро восстанавливалось. Да, ребят, кстати, кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какого хрена ко мне на 12-й день прибежали собаки. Мне бы эта информация не помешала бы, потому что бегал бы я там все спокойно, собирал бы перья, а ко мне в жопу подбежало бы два пса и начало хавать мою филейную часть. А зачем мне эта часть и надо, правильно? Так, это все откладываем, откладываем. Так, там, где ресурсы, бумага, кожа, это хрень. Так, тебя разобрать нельзя, да? А, жалко, жалко. Так, кости не знаю, зачем они мне, честно. Ну, пусть будут, пусть будут. Так, стрелы есть, болты есть. Хотя зачем я с собой стрелу ношу, я до сих пор не понимаю. Так, нет, не здесь. Здесь бейкер, да, здесь 4 штуки. У нас зато нет этой решеточки. По-моему, она здесь делалась, если я не ошибаюсь. По-моему. Да, cooking grill, пожалуйста. Давайте замутим. Замутим. Так, а что нам... А, закрыто, нельзя сейчас добавлять. Давайте, 2 секундочки доделаем cooking grill. Я, правда, не знаю, что он нам даст. По-моему, ничего сверхполезного мы с этого не получим, но... Тем не менее, какие-то рецептики да откроем. Так, пусть будет. Далее. Forged Steel, это замечательно. Вот, части на мини-байк. Рама, во всяком случае. Но она не такая дорогая, как могло показаться, но у нас нет рецепта. Увы и ах, увы и ах. Так, мега-стекла какие-то. Закрывашки для ракет, по-моему. Вообще, супер. Iron Fence нам не нужен. И пока здесь особо ничего крафтить мы не можем. Это сейчас проверим. Патроны, по-моему, здесь отдельно, да? Так, 9-миллиметровые. Нужны гильзы, нужен... А, да. Спасибо тем, кто еще отвечал на вопросы, связанные с добычей... Так, я вот не знаю, я убьюсь тут, наверное, да?
покоцались, во всяком случае, связанные с добычей ингредиентов для пороха, той же селитры. Вот, потому что я так понятия не имел. О, обновилась, кстати, сумочка. Правда, хрень ее обновилась, но... Тем не менее, да. То, что помогли разобраться, что есть определенные места, определенные шахты, но гораздо проще выкопать самому шахту, нежели рыскать, искать. Поэтому мы это все учтем. Вообще, нам бы поразведывать не помешало бы, поискать как раз подобные места, где хоть что-нибудь полезное имеется. Так, на всякий случай возьмем сразу... О, здрасте. Молодой, красивый. Стоять. Не, не попал. Жаль. Еще разок. Попал в жопу. Стоямба. Стой, 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 стой. Ну куда ж ты поскакал? Попал. Минус. Отлично. Будет дополнительная кожица. Сейчас мы насобираем хреновую тучу ресурсов, а потом... А, боже, это холодильник. Потом начнем думать над тем, что с этим всем добром делать. Так, это нам не надо. Хорошо, давайте заглянем в этот домик. Ну, тут ничего сверх... Молодец, зачем я это сделал? Не успел я выбрать топорик. Так, здесь мы, по-моему, лазили. Есть у меня такое предчувствие. Да, холодильник пуст, это все пусто, значит, мы здесь уже были. Просто мы заходили с другой стороны. Так, вон у нас есть огромные здания. Огромезные. Это что, Мишка стоит? О, мать его, ну... Мишка, я тебя ненавижу, знаешь? Эти пистолет. 15-зарядный у нас, вообще супер. О, Мишка, Мишка, Мишка. Он может просто не вовремя подойти к нам в жопу. И это создаст определенные трудности. Ну, надеюсь, этого не случится. Надеюсь, у нас все будет оки-доки. Давайте заглянем, что здесь. Так, здесь медикаменты. Найс. Окей. Медикаменты. Это хорошо. Я вам больше скажу, медикаменты это замечательно. Кукуся. Кто здесь? Привет, малыш. Че, вот так вот просто? Окей. Ого. Сладенькая ты наша. Сколько ты нам патронов принесла, а? Благодарочка. Опять же таки, это, по-моему, зависит от скилла. Так бы просто мы патроны не получили. Ой, кстати, холодильнички. Пустая банка. Ни хрена. Ни хрена. Ни хрена. Ни хрена. Что ж ты будешь делать, ну? Что-то нам наш скилл то дает много чего, то в общем ни хрена. Так, по медикаментам тогда пробежимся. А чем все пустое? Что за прикол? Так, не пустое. Ну давайте, кто ко мне? Проходить кто-то будет, алло. Давай. Ну. Здрасте. Совсем минус. Тихо, тихо. Злой бугай. Давайте с арбалета проверим. Нет, 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 не в этом случае. И еще разок. Да, без прицела куда веселее стрелять, конечно. Ну, возьми дубину. Хорош. Так, тетя, держите. Блин, какой же дым еще этой дубасы, раз мы его с одной тычки всех ложим. Тю, вроде 20. Может, из-за того, что мы попадаем в голову. Может быть, с этим связано. Так, давайте это все соберем. Чтоб не засорять. А, вот они что, прутся, у меня ж мясо в инвентаре. Ладно, фиг с ним. Так, где-то здесь мы нашли. У, это что? Переливание крови можем делать? У, найс. Так, витаминчики. Витаминчики это хорошо, потому что мы из-за того, что сдохли, мы потеряли очень большое количество максимального запаса, как здоровья, так и... Так и стамина. Поэтому надо будет это как-то возмещать. Вот здесь кто-то долбил. Вы какие-то злые ходили все. Так, что я без фонарика? Так, полупустые полки меня, конечно же, не радуют. Но все-таки хоть что-то нагребем мы отсюда. Тут спору нет. Баночка. Кровушка. Ой, лутать не перелутать. У меня инвентарь там не забит еще. Не забит, но я к этому близок. Я к этому близок. Так, здесь, здесь, здесь. Ничего, ничего, ничего. Здесь что-то может быть. 4 баночки. Окей. Таблетосики. Хил никогда вообще лишним не бывает. Вот серьезно.
Никогда, абсолютно. Так, еще. Бухлишка. Окей. Пусто. 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 Холодильничек. Пустой. Две банки. Окей. Монетуля. Баночку сразу раскрапаем. Так, давайте монетки тоже скрапнем. Что у нас еще? Что у нас еще лишнее? Бип-бип, некуда. Некуда запихнуть. Давайте бейкер выкинем. Оно нам точно не надо. Так, хорошо, бумага здесь, да? Да. Здесь еще ничего. Так, ну врываемся тогда в основную комнату. Так, здесь мы не пролезем, я так понимаю, да? А ну-ка, Кирочка, помоги нам. Ой, хорошо. Ой, милость какая. Вот это я понимаю. Еще камни получили на халяву. Что, это тоже долбить надо? О боже. Крепкая, кстати, хренька это. А, она деревянная. О. Так, окей. Стул нам не нужен. Не пригодится. Так, трофей скрапаем. Смотрим, что здесь. Банка. Шина. Банка, алкашка, кровушка. Шина. Рецепт, кстати. Я не знаю, правда. По-моему, уже изучал. Но память не может изменять. Так, обычная банка, обычный этот. О, а, еще сейф тут где-то должен быть, да? Вот здесь, по-моему. По-моему, здесь. До свидули, дверка. Так, ящичек. Лид, собственно, обычный. Фреш нафиг. Лид заберем. Опа! Шотган! Отлично! Вот это приятно. Рецепт шотгана. Теперь мы, может, даже сможем его собрать. А чё, сейфа нет? Чё, у медсотрудников нет сейфа? Вы чё? Тю. Тю. Может, он в той комнатке был? Или он, может, еще в той, в левой комнате? Сейчас все прочекаем. Здесь сейфа нет. Хм. Значит, он в самом конце. Так, у нас уже 4 часа вечера. Надо об этом не забывать. Нет, это сральник. Это сральник. Так, скрапы забираем. Здесь все, медичка. Ничегошеньки. Еще медикаментиков. Так, труба, кстати. Нам бы ее забрать не помешало бы, мне кажется. Но если мне память не изменяет, то мы можем делать трубу. По-моему. Ладно, пока пусть валяется. Так, нам, кстати, пожрать, по-моему, надо уже. И попить, и пожрать. И все на свете. Кстати, давайте проверим. Мне кто-то говорил, что можно наполнять воду с унитаза. Нет, нельзя. Мне наврали. Фу-фу-фу, такими быть. Так, ну сбегаем сейчас домой, это все занесем. То, что мы уже нарыли. Халявный лутик. Здесь еще... Блин, гвозди тоже забрать неплохо бы было. А! Боже, олень, ёшкин кот, ты что? Я ж чуть не об это... Не обкидался фекальками. Так, я ничего не путаю, да? Дом наш там. Дом, милый дом. Так, мусорничек еще заглянем. Таблетосы. Че ж еще могут лежать мусорники возле аптеки? Конечно, таблетосы. Ну, использованные шприцы, к примеру. Так, Мишка. Мишка где? Хряк. Хряк, здоров. Отлично. А так, если пульнем, просто... Попал, серьезно. То есть, когда я целюсь, я попасть никак не могу. Когда не целюсь, то всегда пожалуйста. Я понял. Вопросов больше не имею. Так, хряк нас покинул, да? Убегает, сволочь, стоямба. Ладно, пусть бегает по косы, но все равно особо долго он не вытянет. С болтом в жопе-то, а? Так, банк, милый банк. Еще я подумал о том, чтобы сделать несколько входов, собственно, в нашу обитель. Потому что ситуации бывают абсолютно разные и неподконтрольные иногда. Так, это что? Это кто-то выбил здесь стену? Рили? Они что, так просто выбиваются? 1200 вроде. Да, да. Недолго мы здесь, по-моему, проживем, но во всяком случае, если будем здесь долго жить, то надо будет укреплять стены. Однозначно. Однозначно. Так, давайте сразу, наверное, приготовим мяско. Нет, точнее, не так. Boiled meat. Нам нужна вода. Она у нас есть. А, у нас здесь дров нет. Окей. Готовим по полной мяско тогда.
И сейчас сами похаваем, что у нас там есть. Что мы тут поназаготавливали. О, так, не здесь. Так, а я что, еду не... А, нет, перенес. Все нормально. Кусь-кусь, ням-ням. Так, нам нужно еще поесть и еще попить. Так, мы подняли еще чуть-чуть наш максимум. Это хорошо, давайте сёрвнем. Шмонь-шмонь-шмонь. Шмонь-шмонь-шмонь. Хорошо. Так, и давайте повыкидываем, собственно, все добро, что мы насобирали за этот весь огромный поход. Так, патроны, это, конечно, халява, меня это радует. Так, лид-бандажи мы в другое место переложим. Так, баночки. Кстати, сейчас наберем баночки воды, наверное. Сейчас только глянем, где у нас ближайший водоем. Так, певчанский. Певчанский сюда. Алкашка сюда. Это сюда. Это совместим. Заберем 15. Далее мачетку нашу сюда. Это медикаменты, 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 медикаменты. Шпунь, 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 шпунь. Путь. Все. Обтыканы мы просто медикаментами по уши. Так, сколько у нас там времени? 6 часов. Так, надо быстренько, 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 быстренько. Карта родная. Покажи, где у нас водоем ближайший. Понятия не имею. Аж здесь. Ладно, фиг с ним, сгоняем по Шурику. Так, чудом, чудом добежал. Надеюсь, мы успеем насобирать водички и добежать домой, потому что времечко уже позднее. Так, ты же не выпил ее, правда? Да, ты набрал, молодец. Молодец, еще разок. Молодец. Так, 39 градусов, что-то нас не кисло жарит. Парень, ну уйди, уйди, уйди. Мне сейчас не до тебя, мне сейчас домой добежать было бы супер. Ой-ой-ой, что-то вас многовато здесь. И вы громкие сильно. Так, валим тогда домой. Так, с ура-ура-ура-ура. Мы добрались все-таки до дома за это... За этот малый период, который мы должны были успеть. Так, Battle Water абсолютно весь. 45 должно выйти. Так, Boiled Meat у нас есть. Хорошо. Хорошо. И вот это мяско нам тоже нужно приготовить в идеальчике. Чтоб у нас все было вообще чики-пики. Давайте его закинем. Обычное обжаренное мяско. Пунь. Да, тут работы на 6 минут. В районе 6 минут. Будет все это добро перерабатываться. Ну, еще немножко перышек нашел. Перышки вообще, по-моему, лишними не бывают. Так, crossbow bolt. Давайте звездочку. Нет, нет, я хочу на него звездочку. Favorite, вот. Crossbow bolt. Ну, сделаем все, наверное, 19, потому что мы так как-то косо стреляем порой. Поэтому нам это не помешает. Так, здесь блок я этот выдалбывать пока не буду. Ну а так, в целом, наша задача теперь остается, наверное, выкопать огромную шахту, в которой мы будем добывать огромное-огромное количество железа. Я надеюсь, нам повезет в плане поиска жил, которые включают в себя нужные нам металлы. Так что да, но надо будет аккуратненько подобрать место. Наверное, где-то здесь во дворике мы сделаем эту шахту. Вот, и тогда уже будем активно развиваться. А пока мы должны перешкварить водичку, пожарить еды. По патронам. С патронами у нас все плохо на самом деле. Вот, у нас пороха 16 всего лишь. Вообще, на самом деле, сейчас нужно провести эксперимент. То есть возьмем гильзы, возьмем патрончик, еще бумага, по-моему, надо было. Сейчас глянем с 9-миллиметровой. А, нет, bullet tips нужны. Bullet tips, это для 9-миллиметровых. Сейчас мы проверим, сколько за один крафт патронов мы получим. Если один, то это как-то сильно скудно будет. Уж очень. А, лиды загрузить нужно. Давай. Где у нас лиды? У нас их приличное количество. Мы, кстати, лид, по-моему, можем переплавлять, если я не ошибаюсь. Лид, да, мы можем его переплавлять из лида. Ясно, поэтому лид тоже будет очень-очень бережно искать. Так, хорошо, еще немножечко дерева отсеем сюда. Включаем, переплавляйте лид. Сколько нам нужно? По одной и по одной клея. Ну, не так уж и дорого, знаете. Не так уж и дорого. Ну, давайте для эксперимента 5 штучек закрафтим. Ну, и сколько нам нужно? Ну, по-моему, это будет все-таки по одному патрону. Крафт.
37, 38. Да, по одному патрону мы будем таким образом крафтить. Ну, это не ок, на самом деле. По одному патрону, с учетом того, как они будут расходоваться, а я уверен, что расходоваться они будут просто огромным количеством, нам 100% нужно найти, либо сделать шахту. Шахту 100%. Ну и, конечно, я кирочку проверил, пока бегал. Кирочка очень отлично добывает обычные лежачие камни на поверхности. Очень быстро добываем, и я узнал, что мы очень мало металла получаем с этих камней. Это меня очень сильно разочаровало. Но, опять же таки, все упирается в шахту. В шахту и еще раз в шахту. Так, здесь водичка почти дошла. Лиды почти расслались, но пока они нам не нужны, поэтому пусть стоит как есть. Так, баночки. А так, да, нужно готовиться, нужно еще подготовить болты. Опять псы пришли, что ли? Походу, да. В общем, нужно будет подготовиться до наступления очередной орды. А пока, ребятки, мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся в следующем эпизоде. Удачи!